是一条让我能触摸祖先的路。या ठिकाणी नोकरी धंदा व व्यवसाय या संधी 12 महिने उपलब्ध असतात. Bu gaz kumuru bizge kırı sekeli bırak. I believe very soon I will see the train traveling and I use it in farming. Brand new Asia. В 1975 году в Синайской акватории к юго-западу от Корейского полуострова обнаружили древнее затонувшее судно. Археологи добыли из судна более 20 тысяч изделий из фарфора и более 2000 металлических изделий. Особенно удивительно огромное количество древних медных монет – 8 миллионов общим весом 28 тонн. Эти медные китайские монеты, пролежавшие на дне моря более 600 лет, стали важным экспонатом Корейского государственного музея морских останков в Мопхо. В июне 1323 года торговое судно эпохи Юань отправилось из китайского Нинбо и затонуло в юго-западной акватории Корейского полуострова. Бамбуковым дощечкам археологи сделали вывод, что целью торгового судна был не Корейский полуостров, а Япония. Япония 10世紀から16世紀まで自分たちでは通貨を発行していません。銅銭を作っていません、ほとんど全て中国から入ってくる銅銭を使って経済活動をしていました。древние монеты свидетельствуют о расцвете морской торговли в Восточной Азии. В 14 веке вплоть до 16 медные деньги широко использовались в Китае и прилегающем регионе. Отсюда сформировалась международная экономическая система, основанная на медных монетах. При трансграничном денежном обороте контакты проходили через страны и регионы, через морской и сухопутный Великий Шелковый путь. Это позолоченные серебряные монеты, выставленные в музее западного рынка эпохи Тан в Сиане. А это монеты из Византии и Сасанидского государства, которым более 10 веков. Они по-прежнему издают блеск драгоценного металла.
Монеты, используемые для номинирования и расчетов при трансграничной торговле на Великом Шелковом пути, проходили через руки многочисленных торговцев Западной и Центральной Азии, пересекали степи и пустыни, брели через высокие горы и реки, с побережья Средиземного моря, Арабского полуострова и Иранского Нагорья попадали в Китай. Монета – это договор владельца и рынка о праве покупки. С древних времен она является двигателем товарного оборота, обеспечивая рост и процветание торговли. Сост – это небольшой поселок на пакистанско-китайской границе. В поселке стоит лишь несколько домов. Это первый КПП после въезда в Пакистан по Каракурамскому шоссе. Партию одежды, обуви и головных уборов из Кашгара в Синьцзяне погружают в машину и готовят к отправке в город на северо-западе Пакистана Пешавар. Другая партия – это также произведенные в Китае скобяные изделия и домашние электроприборы. Import from China and going to Islamabad. It's used for in Pakistan for tea. Yes. There are different types of goods. These all come from China. Fry pans, fry fish and like everything. Вся эта машина – жареные кедровые орехи из Пакистана. Она скоро отправится в длинный путь на продажу в китайскую провинцию Дзянсу. और उसमें जड़ी-बूटी भी जाता है, दवाई भी जाता है, और जानिमास, इसके में काफी आइटम्स हैं। Благодаря регулярной торговле знак China Union Pay также появился в этом далеком от мегаполиса поселке. Thank you, sir. С карты China Union Pay в банкомате можно снять местную валюту – рупию. Thank you. С приходом китайских товаров в жизнь пакистанцев торговля делает валютные расчеты удобнее. Карачи – торговый и финансовый центр Пакистана. Мегаполис с населением 20 миллионов человек. Каждый год сюда привозят китайские товары на сумму несколько сотен миллионов долларов США. И в большом торговом центре, и в небольшом магазине можно расплатиться картой Union Pay. Для широкомасштабной трансграничной торговли необходимы более свободные и удобные валютные расчеты. А финансовый обмен будет стимулировать еще больший расцвет торговли. Благодаря положению и успехам Китая в международной торговой системе, а также постоянному слиянию китайской и мировой экономики, юань начал играть важную роль в финансировании. Отчеты, опубликованные Обществом всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций, показали, что за три прошедших года доля использования юаня в торговых расчетах в странах Азии с пользователя низкого уровня размером менее 10% повысилась до среднего пользователя от 10 до 15%. В том числе в шести странах доля использования китайского юаня превысила 50%.
Пока китайский юань превращается в одну из наиболее часто используемых расчетных валют в АТР, предприятия разных стран надеются увеличить использование юаня в заграничных сделках. Данные IZP показывают, что английские предприятия занимают 86%, Вьетнам – 70%, Франция – 63%. За прошедшие 20 лет в мировой торговле постепенно повышается доля Азии, Африки и Латинской Америки. Самый большой рост наблюдается в Азии, особенно в Китае. В 1993 году удельный вес экспорта китайского товара в мире составил лишь 2,5%. К 2010 году цифра достигнула 10,6%. Изменения в торговле неизбежно стимулируют и оказывают влияние на уровень интернационализации национальной валюты. Как правило, глубина вхождения страны в мировую и региональную торговлю определяет степень признания ее валюты в мире. Сегодня в удельном весе объема сделок на мировом валютном рынке 8 валют, входящих в первую десятку, выпускают развитые страны. Лишь 2 выпускаются развивающимися странами – китайский юань и мексиканская песо. Доллар США по-прежнему является важнейшей международной валютой в мире и играет ведущую роль в международных расчетах. Это наиболее часто используемая валюта в международных торговых расчетах. Она занимает примерно 44% в сделках на мировом валютном рынке. 60% общих мировых валютных резервов – это долларовые активы. Более половины трансграничных кредитов и депозитов в долларах. Накануне окончания Второй мировой войны, в июле 1944 года, в этом переговорном зале в американском штате Нью-Хэмпшир собрались представители более 40 стран. Именно здесь была основана послевоенная мировая валютная система – Бреттон-Вудская система. Доллар США получил в этой системе главенствующую роль. Его привязали к золоту, а валютный курс других стран – к доллару. Так доллар стал эквивалентом золота, превратившись в солнце валютной Солнечной системы. Валюта – признак национальной мощи. Сильная страна и сильная валюта тесно связаны. Привилегии различных форм и влияния обеспечили доллару статус международной валюты. Но к концу 60-х годов 20 века с увеличением дефицита международного платежного баланса, а также постоянно растущей инфляцией в связи с Вьетнамской войной, США решили своими руками похоронить Бреттон-Вудскую систему на грани краха. В августе 1971 года правительство Никсона внезапно объявило об отцеплении доллара от золота. С тех пор доллар стал долларом, а золото – золотом. Была ликвидирована привязка доллара к золоту. Бреттон-Вудская система обрушилась, и оставшееся человеческое общество столкнулось с нестабильным миром. В сентябре 2008 года обанкротился американский инвестиционный банк Lehman Brothers, что привело к ипотечному кризису в США. Следом в затруднительном положении оказалась и еврозона. В тревожные времена для международной финансовой системы наступил банковский кредитный кризис. Мировая торговля резко сократилась на 1/4 часть. Мировая экономика столкнулась с самой серьезной рецессией с 1929 года. There's been a frustration among emerging markets for a long time by the lack of progress with governance reform within the Bretton Woods institutions. So I think we will see China becoming a major stakeholder in the global economy. So it makes sense that we see a new set of institutions emerging 70 years after the creation of Bretton Woods. Одно исследование МВФ показало, что китайский юань наиболее вероятно станет широко используемой международной валютой.
2015 году в рейтинге международных расчетных валют юань поднялся до 5 места. А среди валют международных сделок занимает 6 место. If not becoming a reserve currency, at least I expect that more and more trading will be invoiced in renminbi and settled also in renminbi. So as this happens, if the share of trades settled, invoiced and settled in renminbi increases, there will be also need for financing in renminbi and so on. That's a process which is automatic. Вступая в заграничный оборот, а также превращаясь в валюту номинирования, расчетную и резервную валюту, юань пошел по такому пути развития. В октябре 2015 года была успешно запущена китайская система трансграничных межбанковских платежей, созданная Народным банком Китая. Это рассматривается как важная веха в интернационализации юаня. The IMF's executive board decided that the renminbi qualified for the SDR basket. 30 ноября 2015 года МВФ официально объявил, что юань 1 октября 2016 года войдет в СДР, специальные права заимствования. СДР также называют бумажным золотом. Это балансовые активы, которые можно использовать для погашения обязательств МВФ, а также восполнять международный дефицит платежного баланса между государствами-членами. С включением юаня стоимость специальных прав заимствования будет определяться курсом валютной корзины, образованной из 5 валют – доллара, евро, юаня, иены и фунта. Это, несомненно, будет стимулировать интернационализацию юаня. Наступает эпоха диверсификации валют. А вслед за реализацией инициативы «Один пояс, один путь» будет продвигаться финансирование мировой торговли и инвестиций, что будет способствовать оптимизации и регулированию международной финансовой системы.一带一路的倡议呢，对这个全球经济金融的稳定和发展呢，具有重要的战略意义。到今天为止，全球的GDP的水平其实还没有回到2007年我们预测的那个趋势的水平。如果把今天的全球投资水平和这个2007年比的话，是低的，特别是发达国家这个投资水平下跌很厉害。所以有这个“一带一路”这个战略性的倡议。 来推动全球的投资，推动全球的贸易，我觉得这个对全球的经济增长的稳定，这个战略意义是很大的。 Провинция Юньнань находится на юго-западе Китая. За счет преимуществ географического положения и древнего юго-западного шелкового пути местная торговля со странами Юго-Восточной Азии долгое время пребывает в расцвете. Трансграничное использование валют уже давно появилось в коммерческой деятельности человека. Эта банкнота, называемая старой юньнаньской банкнотой, местная валюта, которую выпускали в Юньнане в период Китайской Республики. Эта валюта широко использовалась в приграничной торговле с Мьянмой, Лаосом и Вьетнамом, став региональной валютой в трансграничном обороте. На этой банкноте четко напечатаны слова «Банк Фудянь», который является местным банком, выпускавшим юньнаньскую валюту. Банк Фудянь был основан в 1912 году. Он с самого начала выпускал бумажные банкноты, старые юньнаньские банкноты. Чтобы придать этому историческому бренду новое содержание и жизненную силу, в декабре 2007 года Куньминский коммерческий банк был реорганизован в ОАО «Банк Фудянь». На приграничной линии Юньнани протяженностью более 4000 километров расположено около 20 КПП. В этих приграничных городах созданы филиалы и отделения банков Фудянь, которые играют роль местного трансграничного юаневого расчетного банка.
Он продвигает прямую котировку юаня по отношению к валютам прилегающих стран, включая прямую котировку курсу лаосского кипа и тайского бата к юаню, уменьшив себестоимость и риски для предприятий при использовании доллара в качестве транзитной валюты. ,比如说瑞丽的解告,红河的河口,这些我们都设置了分级机构。 这种分支机构，它本身所在的区域就是国家已经批准的跨境金融合作区。那么跨境金融合作区的机构的设金融机构的设立，富联银行的设立，加上境外的老中银行的这种互动，就能够让我们的边境贸易的规模、质量、结构得到很大的提升。 В Вентьяне есть торговый район скопления китайских бизнесменов, называемый Чайнатаун. Хотя идет дождь, клиентов очень много. В конце 90-х годов прошлого века ряд китайских бизнесменов основал в Лаосе бизнес. Тогда в этой стране финансовая инфраструктура была относительно отсталая. Они, как иностранные бизнесмены, не могли получить кредит через местный банк. А через теневой банкинг работать было небезопасно. Многие испытывали сложности с ввозом и вывозом наличных через границу. Но прежние трудности остались в прошлом. В январе 2014 года в Вьетнаме открылся лаосско-китайский банк LCNB. Сегодня он стал первым выбором для оформления кредитов среди китайских бизнесменов и лаосских предприятий. Банк LCNB был учрежден совместно банками Фудянь и Лаосским внешнеторговым банком. Фудянь принадлежит 51% акций, Лаосскому банку 49%. Будучи первой финансовой структурой совместного капитала, основанной китайским городским коммерческим банком за границей, банк LCNB опирается на местный рынок Лаоса, предоставляя финансовые услуги предприятиям и жителям Китая и Лаоса. В настоящее время 80% клиентов – лаосцы, 1/3 – лаосские предприятия. Пока не реализован полный обмен юаня, юаню за границей требуется вторичный рынок. Это и есть офшорный рынок. Офшорный рынок, занимающийся депозитами и кредитными операциями в юанях, может решить проблему отсутствия возможности выхода юаней, попавших за границу посредством торговли, на рынок капитала. Таким образом, предприятия, владеющие юанями, могут пустить юани в обращение, а предприятия, нуждающиеся в юанях, могут интегрировать юани. 那么联储上的交易额也是日益活跃，那么它意味着国外金融机构为外国居民的服务范围在扩大，那么也意味着国外居民在持有人民币的意愿在加强。从利益上来说呢，联储的发展恰恰是人民币国际化很重要的一个现象。 Сянган – это третий мировой финансовый центр, уступающий лишь Нью-Йорку и Лондону, а также активный юаневый офшорный рынок. Данные показывают, что Сянган занимает 53% доли мирового юаневого офшорного рынка. Юаневые депозиты здесь превосходят 1 триллион юаней. Это 12% от общего объема депозитов Сянгана.
Юань – третья валюта по объему депозитов в Сянгане, которая уступает лишь сянганскому доллару и доллару США. Все крупные финансовые центры мира борются за юаневый офшорный рынок. После Сянгана вторым юаневым офшорным центром является Сингапур. В 2015 году общий объем юаневого клиринга превысил 6 триллионов юаней. Кроме АТР, в Лондоне, Франкфурте, Париже и Люксембурге есть клиринг-банки, авторизованные Народным банком Китая. Юаневые офшорные операции уже дошли до западного конца шелкового пути, до ключевых стран Европы. 14 октября 2014 года английское правительство выпустило суверенные облигации, номинированные в юанях, объемом 3 миллиарда юаней, доход от которых будет использован в валютных резервах Англии. Эти суверенные облигации, выпущенные не китайским правительством на самую большую сумму в юанях, показали потенциал юаня как будущей международной резервной валюты. 去年11月30号人民币较为是低，人民币成为是继美元、欧元、英镑、日元以后的第五种国际货币。 那么，作为国际货币呢，上市进入外汇储备了，升级储备货币了。那么各国都要持有这个人民币，对吧？从这意义上来说呢，各国都发行了主权的这个债券，尤其各国央行是要持有人民币资产，这是标志人民币从一个贸易货币走向个投融资货币，从投融资货币走向个储备货币的整个历程。从这意义上说，人民币已经基本具备了国际货币的一些形态。 По прогнозам, Китай в последующие 5 лет импортирует товары на сумму более 10 триллионов долларов США. Инвестирует в другие страны более 500 миллиардов долларов США. 500 миллионов человек совершат зарубежные турпоездки. То есть в среднем ежегодно будет импортировано товаров на сумму 2 триллиона долларов США. Прямые инвестиции составят 100 миллиардов долларов. Численность китайских туристов за границей достигнет 100 миллионов человек на раз. Перспективы развития Китая обеспечат возрождение и развитие мировой экономики общими дивидендами. Благодаря инициативе «Один пояс, один путь» Китай начал разворачивать широкое финансовое обслуживание во всем мире. Порт Нинбо Чжоушань – четвертый в мире по размеру контейнерный порт. Здесь посредством комплексной платформы электронной коммерции, объединившей сделки и финансы по водным перевозкам, фрахтовая биржа Нинбо опубликовала показатели морского шелкового пути. Показатели морского шелкового пути – это общие показатели по водным перевозкам внутри Китая и за границей, и торговой конъюнктуре рынка. В октябре 2015 года их начали официально публиковать на Балтийской бирже. За более чем 270 лет истории Балтийская биржа впервые опубликовала показатели другой структуры. Китайские показатели по водным перевозкам вышли в мир, получив признание международного рынка. Это тонкая пластина – заготовка электронного чипа, называемая кремниевой полупроводниковой пластиной. Пластина делится на более 3000 чипов размером меньше ногтя, в каждом из которых несколько миллионов транзисторов и сложных цепей. Это ключевой элемент мобильного телефона, компьютера и другой электроники. Это цех испытаний инкапсуляции сингапурской компании Stats Chip Pack. Посредством испытаний и отбора проблемные чипы удаляют. Чипы же, прошедшие проверку, по одному снимают с пластины, упаковывают в черную пленку и выпускают с завода. Этот процесс называют испытанием инкапсуляции. Это промежуточный этап производства электроники, интегрирующий в себе многочисленные новейшие технологии. В этой области по масштабам производства Stats Chip Pack занимает 4-е место в мире. Однако в январе 2015 года
Китайская компания JCET купила почти 51% акций этой сингапурской компании. Это транснациональное слияние поразило мировую электронную отрасль. Компания JCET – крупнейшее в Китае предприятие по проведению испытаний полупроводниковой инкапсуляции. Занимает 6-е место в мире. Но по сравнению с передовыми компаниями мира, она еще отстает в области разработок. Ради повышения уровня технологий, JCET нацелилась на стац ЧП. Реальная ситуация следующая. В 2013 году доход JCET от испытаний инкапсуляции составил 146 миллионов долларов США, а у стат Чиппек 749 миллионов долларов США. Одна на 6-м месте в мире, другая на 4-м. Между компаниями существует явный разрыв по объему активов и операционному доходу. За счет одних собственных сил JCET сложно осуществить слияние. Как коммерческий ход, самый основной мотив слияния компании и покупки – стремление к собственному развитию. Деятельность китайских предприятий по слияниям и поглощениям с каждым днем активизируется во всем мире. По статистике, на конец июня 2014 года количество сделок по слияниям с китайскими предприятиями достигло 5270. Сумма составила 337 миллиардов долларов США. Это второе место в мире после США. В процессе транснациональных слияний с китайскими предприятиями важную роль сыграли финансовые структуры. Профессионалы описали покупку стац ЧПЭК компании JCET как змея поглотила слона. Банк Китая принял участие в слиянии, задействовав сингапурские и аоменские филиалы, BOC International и другие ресурсы. Когда это трансграничное слияние осуществилось, двойную выгоду получили обе стороны. Благодаря объединению китайского рынка и мировых технологий в итоге было создано непоколебимое положение в отрасли. This is a very good example of close collaboration and mutual beneficial of ties between China and Singapore. There's a saying that goes Itai Ilu on this one. As a result of the combination of JCET and stats ChipPAC, we'll be able to jointly develop new market, whether it's more competitive emerging markets such as India and Vietnam, a more mature market, US and Europe, and also for China market itself by bringing additional customer that wants to expand into China. Вслед за реализацией инициативы «Один пояс, один путь» все больше и больше китайских предприятий начали выходить на международный рынок. А это означает расширение финансовых услуг. Крупные государственные банки в прилегающих к одному поясу, одному пути странах и регионах открывают подразделения, предоставляя финансовую поддержку для проектов за границей.也特别注意市场化的运作，市场原则，叫做坚持市场原则。那么，我们得注意这个项目从投入到产出，它产生的效益怎么样，它的社会效益怎么样，它的战略效益怎么样，银行的商业效益怎么样，把这几个有机的统一起来，我们做出我们的选择。 В Брунее автомобили распространены так же, как и домашние электроприборы.
Эта страна обладает очень богатыми ресурсами нефти и газа, занимая второе место в Юго-Восточной Азии по объему производства нефти. Валовая продукция нефти и газа занимает половину ВВП этой страны. Нефть и газопроводы проходят через всю страну, став настоящими экономическими артериями Брунея. А эти специальные трубы для транспортировки нефти и газа полностью импортируются из-за границы. Ежегодный дефицит составляет около 200 тысяч тонн. Для мировых производителей стальных труб это рынок, который невозможно упустить. Кулудаоская промышленная компания по производству стальных труб, занимающая первое место в Китае по производству высокочастотных сварных прямошовных труб, расценила строительство завода в Брунее как редкую возможность. Но финансирование – самая большая проблема для предприятий. Откликаясь на спрос предприятий, местный банк в Ляонине разработал индивидуальный план аккумуляции денежных средств, предоставив предприятию финансовый кредит размером более 21 миллиона долларов США. Строящийся завод – это проект нефтепровода на 100 тысяч тонн в Брунее, инвестируемый Хулудаоской промышленной компанией по производству стальных труб. Он будет запущен в эксплуатацию в конце 2016 года. Это сейчас единственная в Брунее линия производства высокочастотных сварных прямошовных труб. Она не только обеспечит объем производства в 100 миллионов долларов США, но и создаст более 300 рабочих мест для этой страны. В развивающихся странах существует огромный спрос на средства и инвестиции, особенно в области строительства инфраструктуры. На протяжении долгого времени среди крупных международных финансовых структур, обеспечивающих финансирование строительства инфраструктуры, были Всемирный банк, Азиатский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития и другие. Но перед лицом потребности развивающихся стран на средства, нынешние международные финансовые структуры далеко не всегда могут помочь. Данные показывают, что ежегодные инвестиции в инфраструктуру Азии требуют как минимум 800 миллиардов долларов США, из которых 68% инвестиционных средств направляется в новые инфраструктурные проекты, а 32% на обслуживание существующей инфраструктуры. По прогнозам Азиатского банка развития, с 2010 по 2020 годы спрос на средства в области инфраструктуры в АТР составит 8 триллионов долларов США. А Всемирный банк может лишь предоставить кредит на 60 миллиардов долларов. Азиатский банк развития также не в состоянии удовлетворить такую огромную потребность в средствах. I think the truth is this. Number one, Asia has a huge infrastructure deficit. That is, there's not enough infrastructure, economic infrastructure across Southeast Asia, South Asia, Central Asia, West Asia. Number two. Current global public capital is inadequate from the World Bank, from the regional development banks. Столкнувшись с реальностью, развивающиеся страны и страны с развивающимися рынками вынуждены искать новые пути. Форталеза – важный морской порт на северо-востоке Бразилии. Этот красивый приморский город через Форталесскую декларацию заявил миру о важном символичном деле. 15 июля 2014 года руководители стран БРИКС провели здесь саммит, заявив о создании нового банка развития БРИКС, чтобы предоставить финансовую поддержку развивающимся рынкам и странам в строительстве инфраструктуры. Банк развития БРИКС учредил резервный фонд на сумму 100 миллиардов долларов США, из которых Китай вложил 41 миллиард долларов. Россия, Бразилия и Индия вложили по 18 миллиардов долларов. ЮАР вложила остальные 5 миллиардов.
Учреждение этой важной многосторонней кредитной организации представляет собой усилия и практические меры по восполнению недостатков структуры глобального финансового управления. One Belt, One Road is that the idea of supporting a greater China infrastructure projects, which will help nearby countries, whether it's Kazakhstan or other countries, India, Pakistan, those infrastructure projects that allow for more exports from China to the world, more imports from the world to China. В современном мире Китай, несомненно, является ключевой силой на рынке средств и капитала. В 2014 году объем внешних инвестиций Китая впервые превысил 100 миллиардов долларов США, что равно масштабам использования иностранных инвестиций. В целом реализован двусторонний баланс. Прямые зарубежные инвестиции Китая превысили 660 миллиардов долларов США. По этому показателю КНР два года подряд занимает третье место в мире. Все это не только показывает глубокие изменения, происходящие с положением Китая в системе разделения труда мировой экономики, но также отражает, что Китай, наряду со своим развитием, продвигает развитие других стран. China has always been a recipient of foreign investment, and in fact, foreign direct investment has been for a long time part of an important part of China's development model. But now China is going to be one of the key investors in the world. But it will start, as I understand it, in the region, in the surrounding areas. And I think it is a very clever, smart idea, because we know that countries benefit from the prosperity of their neighbors. Чтобы продвигать взаимный обмен между странами Азии, Китай начал использовать финансовую мощь для оказания прямой поддержки. 8 ноября 2014 года в Пекине прошел диалог по вопросам укрепления партнерства в области взаимосвязанности. Председатель КНР Си Цзиньпин выступил с важной речью, заявив, что Китай выделит 40 миллиардов долларов США на создание фонда «Шелкового пути», чтобы предоставить инвестиционно-финансовую поддержку странам вдоль одного пояса одного пути в области реализации инфраструктуры, освоения ресурсов, промышленного и финансового сотрудничества и других проектов взаимного обмена. Это река Джелам на севере Пакистана. Фонд «Шелкового пути» направит первую сумму сюда. На огромном изломе этой реки будет построена крупная ГЭС «Кару». Общий объем инвестиций в ГЭС «Кару» составил 1 миллиард 650 миллионов долларов США. После окончания строительства она станет пятой по размеру ГЭС Пакистана. Облегчит дефицит электроэнергии в стране и предоставит 2000 рабочих мест. Короткая ГЭС за счет социального и экономического эффекта вошла в поле зрения фонда «Шелкового пути» и посредством оценки соответствия международным стандартам в итоге получила инвестиции. Инвестиции были реализованы путем акционерных прав и обязательств. В том числе фонд «Шелкового пути» принял участие в банковском консорциуме, предоставив проекту кредитную поддержку. 是把多种金融资源多方面的金融力量能够有效地整合起来。我们既加强了同国际金融组织的合作，同时呢，我们也发挥了政策性金融的引导作用，加强了同商业性的金融机构的合作。 Для средних и долгосрочных проектов, которые способны реализовать стабильные рациональные выплаты, фонд «Шелкового пути» может предоставить план финансирования на выбор посредством инвестиционной финансовой схемы, объединяющей акционерные права, обязательства, а также кредиты. Будучи первым заказом фонда «Шелкового пути», Короцкая ГЭС показала преимущество этого среднего и долгосрочного инвестиционного фонда развития.巴基斯坦电力极度缺乏，所以我们支持他们做水电项目，那么实际上就是帮助他们解决这个电力不足的问题。除此以外呢，我们还要考虑怎么样解决这个经济效益和社会效益的平衡问题。我们因为是一个按公司法注册的公司，我们要按照市场化、国际化和专业化的原则来运行。我们不是一个财政性的
或者说捐助性的基金，我们要解决我们的这个投资的效益问题。Но для строительства многочисленных крупных международных инфраструктурных проектов, кроме фонда «Шелкового пути», люди еще более нуждаются в огромном кредитном плече, чтобы задействовать больше средств. В связи с потребностью в огромных инвестициях в азиатскую инфраструктуру возникла новая стратегическая идея. В октябре 2013 года председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул важную инициативу – организовать Азиатский банк инфраструктурных инвестиций. Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, будучи межправительственным учреждением финансового развития, главным образом поддерживает строительство инфраструктуры, чтобы стимулировать взаимный обмен и ход экономической интеграции в азиатском регионе. And World Bank or Asian Development Bank, they are doing their job and they are expanding the investment project, I guess. But that's not enough. To supply enough infrastructure investment, I think Chinese initiative is a very good one. Инициатива создания АБИИ получила широкий положительный отклик. И очень быстро начались реальные действия. В октябре 2014 года 21 страна, включая Китай, Индию, Казахстан, Малайзию, Монголию, Вьетнам и другие, подписали в Пекине меморандум о создании АБИИ, приняв решение о создании Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. Марта 2015 года Великобритания официально подала заявление на вступление в АБИИ, став первой западной страной, подавшей заявление на вступление в этот банк. Затем Франция, Италия, Германия и другие развитые экономики выразили желание вступить в АБИИ в качестве потенциальных членов-учредителей. В итоге количество потенциальных членов-учредителей АБИИ составило 57, охватив все 5 континентов. And now we are looking forward to the setting up of the AIIB, because we think AIIB can play a very major role in providing the financing that is needed. После более 800 дней подготовки 16 января 2016 года в Пекине состоялась церемония открытия АБИИ, которая является первой в мире многосторонней финансовой структурой, созданной по инициативе Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин принял участие в церемонии и выступил с речью, подчеркнув, что инициатива Китая по созданию АБИИ – это желание взять на себя больше международной ответственности, продвигать совершенствование существующей международной экономической системы, предоставлять конструктивные меры в области международных общественных благ, способствовать реализации взаимной выгоды сторон. Цзин Лицюнь из Китая был избран первым директором АБИИ.已经开始对亚洲地区的国家呢进行投资，今年就是银行开业六个月，我们就有四个项目得到了批准，这些项目呢将对亚洲成员国的经济产生积极的效应。我们今年还会准备更多的项目，同时由于我们的成员国不仅仅是亚洲国家，还有比如说非洲国家、拉丁美洲、中东欧国家，所以只要这些国家的基础设施项目有利于推动亚洲的经济发展，我们同样可以对这些国家提供贷款。从这个意义上来说呢，这不是一个亚洲地区的银行，这是一个全球性的银行。И фонд «Шелкового пути» и АБИИ сориентированы на инвестиционную платформу глобальной открытости. Благодаря возможностям от взаимного обмена, АБИИ и существующие международные финансовые структуры дополнят друг друга имеющимися преимуществами, предоставляя миру больше пространства для развития.
what I've seen from what has been done so far is to create a world-class institution with a strong leadership using all the experience from other international financial institutions. So I think it's a good thing, but we should not create competing institutions. We should cooperating and institutions that help address the global issues. There are very important global issues, and we need to put our resources together to address them. После начала своей деятельности Совет правления АПИИ одобрил 4 проекта, находящиеся в Бангладеше, Индонезии, Пакистане и Таджикистане. АПИИ, зарегистрированный капитал которого составляет 100 миллиардов долларов США, не является пулом фиксированного капитала. Это огромное кредитное плечо, которое будет продвигать большие строительные инвестиции. Суперкрупные инфраструктурные проекты, нуждающиеся в больших средствах, получили возможности реализации. Это и есть мудрые инновации инвестиций и финансирования человечества. This could be not just a new infrastructure put in place, but this should be a new major breakthrough in terms of financial mechanisms, how money could be put in practice to do major change, major impact, which will encompass millions of people and last for decades. Недостатки, присущие структуре глобального финансового управления и вследствие этого монопольное право голоса в области финансов, привели к тому, что рациональные потребности развивающихся экономик не могут быть своевременно удовлетворены. Будучи новой, открытой, толерантной, взаимовыгодной платформой, АПИИ повысил удельный вес развивающихся рынков и экономик в праве голоса в области мировых финансов, что способствует созданию справедливой, толерантной и упорядоченной новой международной валютно-финансовой системы. Today, the governance mechanisms around the World Bank and the IMF have still not convincingly addressed the issue of emerging market participation. The AIIB, therefore, is a very good step in that regard. By creating an institution with a governance structure which has significant emerging market voice and participation, it should allow a better balanced approach to the overall global financial architecture. Будучи межправительственной многосторонней структурой развития, АПИИ главным образом поддерживает строительство инфраструктуры с целью стимулирования создания взаимосвязанности и хода экономической интеграции азиатского региона, чтобы инициатива «Один пояс, один путь» обеспечила взаимодействие и взаимную поддержку. Его создание способствует решению актуального вопроса дефицита средств, предоставление помощи в строительстве инфраструктуры в Азии, предоставление помощи будущему Азии. Et le petit garçon aujourd'hui qui est à l'école à Shanghai ou à Chengdu ou à Shenzhen et qui a 12 ans, il peut se dire que la route de la soie, elle est faite pour lui. Parce que quand il aura 30 ans, il y aura là une infrastructure de développement économique et culturel qui lui appartiendra. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut penser aux enfants qui seront les citoyens de demain avec des grands projets. Et c'est pour ça que cette cause-là, il faut qu'elle soit internationale. От создания фонда «Шелковый путь» до инициативы учреждения АПИИ весь мир видит новые перспективы взаимосвязанности. Видит стабильную поступь совместного строительства одного пояса, одного пути.